І до нашої студії сьогодні завітала Олександра Барсук, фотограф і її маленькі помічники. Представляю, Маргарита Березіна, учасниця проєкту «Портрет мами», Поліна Лукашик та Вова Борухов, учасник проєкту «Портрет мами». Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Дивлюся, хлопці такі, дівчата, хлопці всі такі насторожені, що воно таке, як воно... Давайте спочатку поговоримо детальніше про проєкт. Що це за проєкт, коли він відбувався, яка його ідея? Доброе утро всем. Я хочу рассказать немножко о том, как вообще созрела эта идея. Я веду фотошколу для детей, и у нас было занятие «Студийный портрет» в студии со светом искусственным, да, со вспышками. Вот, и мы решили как-то его приурочить немножко к празднику весеннему и сделать проект про мам. А мама у нас самые послушные модели, самые добрые, самые искренние, они всегда хотят получиться хорошо, и дети видят их по-своему. Поэтому мы решили сделать вот такой вот проект, не снимать никого другого, кроме как мам. Вот. И дети постарались, получилось очень хорошо. Наскільки підтримали мами цей проект? Бо я знаю, часто буває так, знаєш, ну да, я сфотографуюся, а потім, ой, ні, я не хочу, ой, ні, ні. От наскільки мами підтримали це все? Ні, мами такої... умнички, мами нас дуже підтримали, мами сказали, звісно, ми прийдемо, прийшли в нужне время, определенно оделись, так как дети их подготовили, дети сами готовили их дома, говорили, что одеть, как подготовить макияж, прическу. Дети работали с моделью полностью, то есть я даже в этот процесс вообще не касалась. Вот. И мама вообще молодцы. Мама нас поддержали. Да, спасибо. Я розумію, ви ідею подали, а потім діти вже самі все придумували, весь да. свій проєкт, я б навіть сказала в голові, що як да. мама буде виглядати, що. Ну, я вже думаю, варто спитати безпосередніх учасників цього проєкту. Давайте по черзі розказуйте, звідки бралися ідеї, як ви думали, як придумували, щоб мами виглядали. Розказуйте. Давай, починаємо. Ну расскажи, как ты хотела, чтобы мама выглядела? Готовила я ее? Хотела, чтобы мама выглядела очень красиво, чтобы ничего не было обрезано, ни рук, ничего, чтобы свет был красивый, чтобы хорошо получилась фотография. Ну, я взагалі подбирала образ? Как придумала? Образ я сама выбирала, сама говорила, как краситься, выбирала образ. Одежду, да, одежду, подбирала? Да. Готовила, да, вечером, мама? Долго готовила? Да, пару часов, долго. Да? Да. Так, ну, наступно. Марго, расскажи, как ты маму готовила? Я сначала выбрала платье. Я показала одно, но маме он не очень понравилось. А потом она показала мне другое. Я согласилась. Это было где-то за 2 минуты. То есть за 2 хвилини выбрала образ маме? Даже меньше. А із зачіскою, і з макіяжем, що взагалі, як придумували? На що робили акценти, можливо, на що більше звертали увагу? Я так, на губи. На губи більше? Угу. Ну? Я дав мамі вибір на платі, прическу і макіяж. Вона вибирала сама. Ну, як хлопець, я думаю, я не буду в це втручатися, краще мама краще знає. Ну, от я дивлюсь, у вас такі юні учні, так? От взагалі... Як відбувається оці навчання, от фотомистецтво, і наші дітей очень вчити? Легко, от очень от легко. Розкажіть трошки про це, я думаю, глядачам цікаво дізнатися взагалі, як діти це сприймають, як це... С ними работать вообще очень легко, гораздо проще, чем со взрослыми. Они воспринимают информацию гораздо быстрее реагируют как-то на какие-то предложения по практике, видят вообще... кардинально по-другому, не так, как взрослые. У них предложения, у них какие-то свои фантазии, свои мысли. Очень внимательно слушают. Мне это нравится. И даже те моменты, которые как бы сложные, да, и для взрослых сложные, про композицию, про построение кадра, про свет, они слушают очень внимательно, запоминают, и это используют в практике. То есть я вижу, что то, что я говорю, оно попадает туда, куда надо, именно в голову, да, переваривается там, и... получается результат гораздо лучше, чем у некоторых взрослых даже, я могу это сказать. Угу. А що ви любите вчити найбільше? От що вам подобається у фото найбільше? Я люблю більше в фотошколі фотографувати портрети. Я портрети і фотозйомку.
Я люблю в фотошколі історію іскусств. Угу. Тобто не саме навіть фото, а от історію. Да, а чому ви таке обираєте? От чому таке цікаво? Чим вам запам'ятовується воно? Ну, мабуть, Ну, чому ви любите портрети? Ви любите з людьми, да, работать? Да, просто даже когда фотографируешь, и человек приходит, нельзя сказать, что ты там некрасиво одет. Надо сказать приятные слова, фотографировать дальше. Начинать фотографировать. Это работа с моделью, да? Да. Тебе нравится именно сам контакт? Да. Давай расскажи. Нравится фотосъемка, потому что это очень прикольно выглядит. И нужно там сфотографировать, например, с верхнего ракурса. И это чуть-чуть тяжело, но мне удается. Мне очень нравится то, что можно выражать себя креативно и так, как ты хочешь. Наскільки я знаю, фуд-зйомка – це зйомка їжі, от те, що часто люблять блогери різні. Слухай, ну от дай декілька рекомендацій, от як зробити, щоб навіть тістечко було неймовірно гарним у фото? Якщо воно навіть не дуже так, от тебе на столі стоїть, воно трошки пом'яте, от як зробити, щоб на фото воно було гарним? Его нужно поставить на красивую тарелку и добавить какие-то еще вкусняшки, чтобы было очень красиво, а также чтобы с разных ракурсов, есть разные ракурсы: 0 градусов, 40 градусов, 90 градусов. Насколько дети знают, я не знаю. И с верхнего ракурса так можно сфотографировать, чтобы не было видно там каких-то мест плохих. Лишних деталей. Да, чтобы пол, стенку не было видно, только саму вкусняшку, которую вы фотографируете. Так, я сподіваюся, ви всі запам'ятали, як тепер фотографувати ті тістечка, макарони, які ви їсте, або просто їду, їжу. Так. Ну, і я думаю, варто вже у вас питати взагалі, чи правильно так з дитинства вчити дітей? От, я навіть спитала, з якого віку краще ввести вже на такі навчання, от, вчити фотомистецтву і фотографії загалом? Ну, я хочу сказати, що у нас в школі ми, помимо фотоаппарата, да, помимо техники, мы очень долго занимались именно развитием воображения, да, и историю искусств мы проходили, и проходили историю фотографии, то есть до того, как я дала им в руки фотоаппарат, до того, как они начали снимать, потому что многие считают, что фотошколы – это вот ты берешь фотоаппарат и идешь вперед бегом-бегом. А нужно, чтобы у тебя в голове что-то было перед этим. Вот. И я считаю, что развивать ребенка нужно с рождения, как вот он видит этот мир, да, то есть каждый человек видит по-своему. И, возможно, перед нами сидят люди, которые покажут нам этот мир совершенно с другой стороны. Вот я считаю, чем раньше, тем лучше. Майбутні зірки фотопроєктів. Ну і такий проєкт вже віджили, я б навіть сказала. Що на майбутнє, що плануєте? Бо весна у нас попереду, що ще хочеться зробити? Можливо, татусів вже прикликати на фото, розказуйте. Ні, я думаю, пап, ми не будемо привлекати. Вот. Я би хотіла зробити з дітьми більш соціальний проєкт, який затрагує проблеми, які зараз нас хвилюють, щоб діти показали вот, именно через свой объектив, да, как они видят определенные моменты, и, может быть, с их помощью люди обратят внимание на эти проблемы. Ну і декілька порад, я думаю, від юних фотографів стосовно весняних фото, бо я думаю, скоро дівчата всі схоплять свої телефони, фотоапарати, подруг, і давайте робити весняні фото. Розкажіть трошечки, от декілька порад дайте нашим модницям, які хочуть зробити гарне фото. От. На що треба звернути увагу цієї весни? Надо, щоб був світ. Можна фотографувати і на іскусственний світ, який там, вспышка или что-то еще. А можно и на дневной свет. Нужно, чтобы... Если чтобы хорошая фотка получилась, надо еще с макияжем, прической, чтобы вы красиво выглядели, чтобы человек был веселый на фотографии, а не какой-то, грустный. Это же весной фотографируешь, фотка для весны, а значит, надо, чтобы человек был веселым.
Ну, я думаю, всі дослухаються. Дякую тобі за такі поради. Дякуємо вам, що завітали. Я нагадую, що до нашої студії сьогодні завітали Олександра Барсук, фотограф, автор фотопроекту «Портрет мами». І учасники – це Маргарита Березіна, Поліна Лукашик і Вова Борухов. Дякую, що завітали, розказали. Бажаю вам успіхів і стати зірками фотопроєктів.